В Петербурге прошла церемония вручения наград Non-Travel Awards. Премию «Золотая голова» в 2012 году учредил интеллектуальный клуб Non-Travel Club. Раз в два года награды получают самые необычные персоны и проекты. Всего 6 номинаций. Это нетривиальная звезда, персона, проект, идея или продукт. Ну а ключевой в этом году стала номинация «Меценат года». В ней победил холдинг Life is Good. Это компания, которая не только обучает людей зарабатывать и управлять своими финансами, но и предлагает гражданам достойную и доступную альтернативу ипотеке. У них действительно нетривиальный подход к бизнесу. Во-вторых, они нетривиально вкладываются не в какие-то блага жизни, а в то, чтобы их, ну как, члены этой компании, члены этого жилищного кооператива и прочее, чтобы они жили интересно. И что может быть интереснее, чем интеллектуальные? Так что они нас поддерживают. И вот эта вот нетривиальная идея сама, которая воплощена в очень успешной компании Life is Good, которая действительно реально добивается успеха. Президент холдинга Life is Good Роман Василенко признал, что заполучить премию было нелегко. По его словам, компания проделала большую работу, чтобы завоевать общественное признание. Я с большим удовольствием поддерживаю наших интеллектуалов, я поддерживаю Non-Trivial Club, я поддерживаю образование в нашем городе, в нашей стране. Я помогаю детской клинике для того, чтобы детишек поставить на ноги и тем родителям, у которых на сегодняшний день не хватает средств. И мой девиз – жадность рождает бедность. Отдавайте, делайте людям добро, и тогда ваша жизнь будет еще лучше.